Военнослужащие украинской армии начали тайком покидать свои подразделения, чтобы не подчиняться новым киевским властям. Корреспондент Life News Регина Орехова разыскала одного из матросов, который служил на флагманском корабле украинского флота, фрегате «Гетман» Сагайдачный. В эксклюзивном интервью Life News молодой человек рассказал, почему он решил сбежать и как над ним и другими русскими ребятами издевались офицеры и некоторые сослуживцы. Заходишь в кубрик, товарищам они говорят, покиньте помещение, москаль. По возвращению с похода нам начали говорить, что Россия напала на Крым, захватывает украинские части. В Греции на построение наше начальство сказало нам, что Россия воткнула нам нож в спину, что захватывает нас. Мы начали вооружаться, вооружили корабль. Корабль пришел в полную боевую готовность. Экипаж флагмана украинского флота «Гетман Сагайдачный» готовится к настоящей войне. Связь с внешним миром есть только у руководства военного фрегата. Все были перепуганы, всех запутали. Когда мы зашли в Черное море, по корабельной трансляции нам сказали, что нас ждет крейсер «Москва». И что, возможно, еще какие-то корабли, что Москва будет нас провоцировать, что, возможно, откроет огонь. Атмосфера была действительно такая, что все верили в это. Позже у матросов появились сомнения в правдивости таких сообщений. Максим Князев, как только появилась возможность, связался с родственниками по телефону. Родители объяснили, что происходит в стране. Максим решил немедленно уйти с корабля. Туда вырваться, можно сказать, нереально. Единственный выход либо через госпиталь, что-то придумать. Даже некоторые говорят, что военное положение, что уволится нереально. Ну и улыбается. В общем, воспринимает это как шутку. Хотя люди им говорят серьезно. Говорят, помогите мне, я хочу уволиться. И мимо ушей. Присягу он давал своему народу и своей земле в первую очередь, своему городу. Они каким-то там, так скажем, может, грубо, но я считаю, это они заслужили. Американским подстилкам, которые за доллары готовы продать все, что угодно. Родителям матроса пришлось придумывать целую спецоперацию, чтобы забрать сына домой. Подробности схемы отец Максима не раскрывает, чтобы и другие матросы, которые хотят уйти с корабля, могли ей воспользоваться. Нас подтолкнул к этому приказ нашего мэра Чалова, который он дал по вооруженным силам, что призвал всех, кому дорог город, кому дорог вообще русский дух, приходить в город и помогать защищать его. Поэтому мы так и решили поступить. Я хотел и хочу, чтобы, если что, не дай бог, случится, чтобы сын был мой со мной рядом, чтобы мы плечо к плечу защищали наш город. Максим далеко не единственный, кто хочет служить народу Крыма, а не новым властям в Киеве. Однако пока вырваться с фрегата почти невозможно. Экипаж запуган уголовным преследованием и даже физической расправой. Обстановку подогревают и украинские СМИ, которые уверяют, что Гетман Сагайдачный поддерживает новую власть. Когда мы были в походе, у нас был такой, можно сказать, флешмоб. Мы выстраивались на вертолетной площадке в форме трезубца и в форме ЮА. По нынешней информации, наши СМИ украинские говорят, что это было сделано в протест России. Но это неправда. А зачем вы это делали? Мы это делали как на память. Просто в походе. Однако сейчас на память о походе у Максима остались только воспоминания о лжи командиров и запуганном экипаже. Моряк уверен, больше на украинский флот он не вернется. Максим ждет референдума и уже сейчас готов делать все, чтобы снова стать матросом, но уже военно-морских сил России. Регина Орехова, Александр Мельников, Life News, Севастополь.